Столица Ингушетии отмечает сегодня свой день рождения. Магасу исполнился 21 год. Дату основания города отметили праздничным концертом и народными гуляниями, которые прошли на площади 245-летия добровольного вхождения Ингушетии в состав России. Гости и жители столицы республики смогли также посетить выставку и картину прикладного искусства и отведать блюда национальной кухни. С днем рождения, Магас! Столица республики с размахом отмечает свой 21-й день рождения. В сквере в 245-летие добровольного вхождения Ингушетии в состав России многолюдно. Город отвлекся от серых будней, улицы украшены яркой иллюминацией, российскими и ингушскими флагами, под которыми гуляют гости со всей республики. Праздничная атмосфера сегодня не покидает никого. Хава Тунгоева с детства живет в Магасе и учится в столичной гимназии. Девочка радуется успехам любимого города, потому с утра пораньше со всеми своими подругами вышла отметить эту годовщину. Поэтапно вижу, как наш город развивается, как здесь все становится лучше. И я надеюсь, что в дальнейшем наш город будет считаться самым лучшим, самым красивым городом нашей большой Российской Федерации. Здесь каждый мог найти развлечения по душе. Для самых маленьких – бесплатный батут и мороженое. Для молодежи – караоке, концерт или лезгинка. Здесь была развернута выставка декоративно-прикладного искусства и ингушская кухня, где каждый мог отведать национальные блюда. Их аромат так и манил все попробовать. Огромный спрос традиционно имели изделия из рыбьей кожи. А еще ко дню Магаса свои поделки подготовили и дети с ограниченными возможностями из Республиканского реабилитационного центра. Бисероплетение вы здесь видите, кружок умелые ручки, это мокрое сухое валяние, вязание кружок, вышивание, рисование. Вот детки занимаются квиллингом. И вот эту работу ребенок, тем более особый ребенок, который у нас лечится, вкладывает свою душу и любовь. С самого утра в городской сквер выходит и стар, и млад. Жители и гости города хотели не только принять участие в празднике, но и посмотреть, как меняется город, как застраивается столица любимой республики. Очень рада, что наступил этот праздник. Сегодня нашему городу Магас 21 год. Мы тут все празднуем, веселимся, нам это очень нравится. И, к славе, погода выдалась очень хорошей. Желаю процветания городу. И я пришел сюда отдыхать для того, чтобы посмотреть, как процветает наш город. Я желаю, чтобы он всегда процветал. Сама не с Магаса, но я приехала специально, чтобы развлечься, чтобы гулять, участвовать в разных конкурсах. А праздник мне очень нравится, тут есть всевозможные конкурсы, есть караоке, где можно развивать свой талант, кто умеет петь. На праздники приехали не только жители Ингушетии, а также гости из соседних республик. Приехали не только отдохнуть, но и поближе познакомиться с культурой ингушского народа, найти новых друзей. Замечательный народ, я вот приехала в гости из Дагестана, решили пройтись, прогуляться с внучками. Вообще вы молодцы. Очень красивый город и очень здорово у вас. 2014 год оказался очень плодотворным для столицы нашей республики. Появилось много объектов культурного и социального назначения. Только за прошлый год мы ввели эксплуатацию 4 многоквартирных жилых дома. Открыли научную библиотеку Ингушского государственного университета. Построили современную детскую спортивную школу тенниса. Построено общежитие для профессорско-преподавательского состава, благоустроили городские улицы и скверы, развивали коммунальную и транспортную инфраструктуру. Среди городов России Магас, безусловно, самый молодой город страны и единственный возникший в постсоветский период. Всего за 20 лет в чистом поле вырос полноценный город. Магас – один из немногих городов мира, специально основанных как столица. Сегодня Магас – молодой, динамично развивающийся, удобный для жизни и работы город. И впереди у нашей столицы большое светлое будущее. Фатима Кариева, Магомед Дидигов, Новости 24.